Первый раз, чтобы именинник сам себе творил надпись хорошо, на торте. Хорошо, нормально. О, вот так. С шириком это я понимаю, тут все влезают. Может поднять эти ниточки, а то они сгорят так. Вот зачем сейчас нужна посмотрите. Широкоугольная камера. Не я. Опа, не влезает. Подожди, не слышишь, Саш. И задом наперед для меня почему-то. Вау. Опа. Стереоэффекты. Задом наперед буква И. В нем рождение. Ну вот так, Саша. Без тебя все переделали. Вот уж родственнички пошли, а? Да я вижу. Абдула, как всегда. У меня же ширик. Я широко вижу. Вот так. Руки убери. Все изделие мучное перетыкали. Да и ладно. Рождение. Вот здесь нужно быть, чтобы видеть. Хорошо, могу встать. И что дальше-то? Почитай! Направо. Но все равно нет. Не влезет все. Огонь. Главное, просто подождите. Чтобы осталось, что есть. А? Зачем глаза закрыл? Абдулла, долго поджигаете. Огонь. Так, квартира спалится уже. А вы еще по кругу не прошли. Глаза так и сейчас усну. Саш, готово. Угу. Саша, готова? А сейчас мы тебя проверим в 4К. Давай, задувай. Свет выключи? Да. Тогда нифига видно не будет. Ну, никто не забыл? Так, Татьяна Андреевна. Саша, туда пролезть бы? Сейчас пролезет, пусть горит. Так. Саша горит? Саша не горит. Саша нормально. Сейчас сожжется и все, ни разу не зажжет. Да. У меня внешний вид сгораю, поганенький. Нормально, ты просто сейчас рот открыл и все смазалось. Вот, сейчас почти получилось. Единственное, что я тебя... сгораю, это... Загадывай желание. То есть без Никиты твое желание фикс будется, все понятно. Придется сотрудничать. Чего? Опа, на торт попало. Ну, сэляви. Бабушкин торт, надеюсь, переживет. Ой, запах-то пошел. Расперетыкивание. Расперетыкивание? Что такое звучит? Огонь попал. Переустановку, Саш. Есть слова русские, красивые. Перетыкивания такого нет. Раз. Кусок буквы попал. Ну, я не успела, они быстренько задули и все, бесполезно. Тут все заснято в 4К. Господи, ну посмотрим, ладно, дубль 2. Андреевна, готова? Да я когда-нибудь убью здесь вот с этой штукой. Ну, что ж, задували. Набери много воздуха. Ну, со второго раза. Ой, еще раз растопилось, и теперь на весь торт. Я не хочу такой торт с несъедобным. Не хочешь, вали за тем тортом ягодным. У нас, благо, тортов много. Что там несъедобного-то у тебя? Вон, с букв... Ласточка примчалась из-за Белого моря, села и запела. Как февраль не злися, как ты, март, не хмурься, будь хоть снег, хоть дождик, все весною пахнет. Чё?